Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры, уважаемые соотечественники, дорогие единоверцы стран Содружества независимых государств. Сердечно приветствую и поздравляю всех с наступившим праздником, моля Аллаха принять наш пост, все наши добродеяния, благочестивые дела и вознаградил великой наградой в честь завершения светлого, благословенного месяца Рамадан. Сердечно поздравляю всех нас с надеждой. Аллах милостив ко всем нам. Аллах милосерден ко всем нам. Он принимает все наши молитвы. Он видит и слышит все наши дела, знает и, безусловно, принимает все эти наши добродеяния. Я молю Аллаха даровать всем нам доброго здравия, долголетия, братства и, главное, сохранить всем нам ту духовную чистоту и терпение, которое мы обрели в этот благословенный Рамадан, когда соблюдали Великий пост. С праздником, дорогие мои братья и сестры!